недорогая острая паэлья. 100 грамм риса, чайная ложка куркумы, щепотка соль, 200 миллилитров воды. Ставим варить рис на медленный огонь. Оливковое масло миллилитров 30. Томатной пасты 60 грамм. 1 головка чеснока. Мелко рубленые петрушки 20 грамм. 60 миллилитров воды. С этим соусом паэлья будет острая. Поэтому смотрите сами. Щепотка соли. Хорошая щепотка сахара. Молотый перец 5 грамм. 8 грамм каянского перца. Хмели сунели. Остро, как я люблю. 100 грамм свинины и 100 грамм курицы. Обжариваем на оливковом масле, добавляем овощи. Пока перемешивали, рис у нас уже приготовился. Куркума дала свой цвет. На медленный огонь под крышкой. Немного лимонного сока.